Здорово, ребят. У каждого замка можно многому поучиться. Даже возьмем этот замок. У него якобы было две жизни, хотя если видим по постройкам, тут пичканы, перенапичканы, стены вообще в разных стилях. И тут вообще кого здесь только не было, включая нынешних наших постоянно. И что хотел сказать. Самое прикольное, что когда замок осаждали последний раз, его осаждали в лет, и закончилась, конечно же, еда, продовольствие. Чем иначе надо было делать? Их окружили или нет? Иначе, давай что? Ну и вроде как-то звучит как-то жутко, да? Вопрос только, чтобы спасти свою задницу, продали бы вы свою жену? Математически представьте у вас, вы, например, вдвоем. У вас, например, 10 единиц еды. Сидите за 5 дней. А если у вас 4 жены? Представляете, как быстро все съедается? А допустим, у вас 4 жены, вы все 4 жены продали. Сколько вы еще жить сможете, а? Допустим, у вас продали 4 жены, и 4 жены по 100 единиц каждой. Вы сможете еще 400 дней прожить. А вчетвером, вы знаете, кушать нужно много. Ну и вопрос, наверное, ради чего? Если вы хотите свою задницу спасти, то, наверное, продавать жену не очень так. Во всех аспектах. А с другой стороны, если у вас цель город спасти, жена кушает и не спасает, получается, что кто-то сделал выбор в пользу не жен. Ну вот, такая вот история. Надеемся, в наших жизнях продавать жен не придется, сколько бы их там ни было.